Исполнить любимый хит и почувствовать себя звездой сцены. Такую возможность барнаульцам и гостям города предоставляет новый караоке-клуб «Джексон». Профессиональный свет и звук, большая сцена и самый современный на сегодняшний день экран, который видно из любой точки зала. Это уровень 21 века. Это клуб, караоке-клуб, который может состязаться по уровню с любым европейским клубом там, в Берлине, в Будапеште. Он мне напоминает уже самые лучшие московские клубы. Это правда. Потому что здесь уже сделано все с любовью, с душой. Те люди, которые это делали, делали с большой ответственностью и с любовью. А без любви ничего не бывает. Просторный зал вмещает 150 человек. Если же вы желаете уединиться, добро пожаловать в VIP-комнату. Она рассчитана на 30 посадочных мест. Атмосферу караоке-клуба поддерживают больше 130 эксклюзивных раритетных виниловых пластинок, дисков и даже микрофон прямиком из Франции 60-х. Точно такой же, в какой пели Майкл Джексон и Элвис Пресли. Мы вложили в это место очень много своей души. Ждем вас в гости. Двери караоке-клуба открыты каждый день с 7 вечера до 6 утра. Ну а в воскресенье прийти в Джексон можно всей семьей на детское караоке с 12 до 18:00. Анастасия Романова, Екатерина Варкентин, Дмитрий Козерлыга. Новости.